Во время марша независимости в Варшаве полиция применила оружие. Ранен фотокорреспондент Томаш Гутрек. Он работает в одной из местных газет. Сейчас он в больнице. Как раз на этих кадрах ведется стрельба. Досталось и журналисту Newsweek, и сопровождавшему его фотографу. Их избили. В начале видео полицейский бросает в прессу шумовую гранату. Пресс-секретарь управления полиции Сильвестр Марчик подтвердил, что во время беспорядков использовалось оружие. Официальный твиттер варшавских правоохранителей уведомил граждан, что действия полицейских полностью оправданы, а применяемые средства адекватны сложившейся ситуации. С хулиганами не договариваются, сказано в посте. Неважно, где они находятся и какие взгляды проповедуют, мы всегда будем действовать решительно, чтобы восстановить порядок и обеспечить безопасность других людей.